Армысыздар, құрметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Только за одни сутки в Карагандинской области утонули 6 человек. Цыганки обманули карагандинку на 1 000 000 тенге. В областном центре крови новый директор. Сегодня под председательством акима города Бауыржана Абдишева прошло собрание актива, на котором обсуждалось программное выступление президента страны Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Программное выступление главы государства – это важнейший политический документ. В нем Нурсултан Назарбаев предложил концепцию общества всеобщего труда, в котором труд должен выйти на первый план, как решающий национальный фактор социальной модернизации и глобальной конкурентоспособности. С докладом о новой концепции по совершенствованию социальных стандартов, обозначенных в программном выступлении президента страны, выступила заместитель акима города Ирина Любарская, которая рассказала о Центре социально-политических исследований и технологий, созданном в регионе по поручению главы государства. Задачами центра определено проведение информационно-разъяснительной работы по применению трудового законодательства Республики Казахстан, обучение регулированию трудовых споров мирным путем, обучение менеджменту, работы с персоналом и основами конфликтологии. Обучение будет проходить и наши руководители предприятий высшего среднего звена, которые будут включены также бригадиры, начальники цехов в соответствии с планом, который имеет центр. Кроме того, в регионе создана карта занятости, которая регулирует рынок труда и содействует балансу спроса и предложения трудовых ресурсов. В данной карте отражена потребность в трудовых ресурсах на перспективу, что позволит в дальнейшем планировать государственный заказ в системе образования. Также на собрании с докладами выступили ректор Карагандинского государственного университета имени Букетова Еркин Кубиев, директор Национально-экономической палаты Атамикен по Карагандинской области Талгат Доскенов и другие. Аким города поблагодарил выступавших за высказанные предложения по реализации программного выступления главы государства и дал ряд поручений по исполнению задач, поставленных президентом. И сегодня я убежден, и я надеюсь, каждый из вас, сидящих здесь в зале, понимает, что эту работу надо провести во всех своих коллективах, и активно мы его должны пропагандировать. И самое главное, создавать все необходимые условия для полноценной реализации и достижения цели этой программы. Мы должны направить все свои силы на то, чтобы каждый гражданин Казахстана смог осознать свою значимость и найти свое применение в обществе в целом. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Департамент юстиции совместно с Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью провели День открытых дверей в Управлении земельных отношений. Продолжит наш корреспондент. В целях реализации комплексного плана по повышению уровня правовой культуры граждан, члены группы информационно-пропагандистской группы, сотрудниками Управления земельных отношений Карагандинской области провели День открытых дверей. На встрече зачитывались доклады начальников отделов о юридических услугах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся аттестации должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, регистрации кондоминиума, изменения идентификационных характеристик, прав на протяженные объекты, а также новшеств в кодексе о браке и семье. Помимо этого, вы знаете, что виды регистрации какие у нас. То есть работа ЗАГС связана с появлением человека на этот свет и до, как говорится, последнего его момента пребывания на этой земле. Мы регистрируем 7 видов актов. Это рождение, брак, расторжение, заключение брака, расторжение, установление отцовства, усыновление, перемена фамилии. Целью мероприятия является установление тесного взаимодействия по вопросу организации правовой пропаганды и консультации граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов юстиции и финансовой полиции. В сфере распределения и продажи земельных участков в 2011 году выявлено 8 преступлений. 29.07.2011 года возбуждено уголовное дело по статье 177, части 3, пункт Г Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении главного специалиста, бухгалтера ГУ отдел земельных отношений города Караганды Муратбековой, которая, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение с целью личного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием, завладела денежными средствами в сумме 5000 долларов США гражданкой Садыковой за выдачу копий документов на земельный участок в аренду.
Участники данной встречи обменивались мнениями, а начальники отделов Департамента юстиции отвечали на поступающие вопросы от сотрудников Управления земельных отношений. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Сегодня Департамент статистики Карагандинской области подвел краткие итоги социально-экономического развития по области за январь-июнь текущего года. И как выяснилось, численность населения Карагандинской области за 1 июня составила по расчетным данным 1 миллион 360 тысяч человек. В период с января по май текущего года по области было зарегистрировано 10 204 новорожденных, что на 627 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также были озвучены итоги потребительских цен. Так, индекс потребительских цен в июне этого года по сравнению с декабрем прошлого года составил свыше 103%. Цены на продовольственные товары выросли более чем на 3%, говорит начальник департамента статистики. В январе-мае 2012 года наблюдалось повышение миграционного потока и оттока населения. Общее число прибывших увеличилось на 6,3%, а количество выбывших на 3,4%. В этом году среднемесячная заработная плата составляет 91 582 тенге. Как отметил начальник департамента юстиции, этот показатель вырос на 25,5%. А вот перевозки пассажиров всеми видами транспорта, включая частный извоз, за 6 месяцев текущего года увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 29%. Индекс реальной заработной платы составил 118,6%. Наиболее высокооплачиваемыми являются работники обрабатывающей промышленности. В этой отрасли заработная плата составила 122 297 тенге. Кроме этого, были озвучены цифры объема розничной торговли в нашей области. Цифра весьма внушительная – 198 миллиардов тенге, что больше показателей прошлого года на 77%. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Только за одни сутки в Карагандинской области утонули 6 человек. Спасатели бьют тревогу. Ситуация с гибелью людей на водоемах области более чем критическая. Потому сотрудники водно-спасательной службы предупреждают карагандинцев о правилах поведения на воде. Купальный сезон в полном разгаре, а в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, столбик термометра ниже 30-градусной отметки опускаться не будет, а значит, отдыхающих на воде будет еще больше. Тем временем число погибших на водоемах области достигает критической отметки. Только за сутки 17 июля вода унесла жизни 6 человек, а с начала года на водоемах области утонули 37 человек, в том числе 7 детей. По статистике видели, все практически молодые, да? Начиная от подросткового, есть дети, вот. И заканчивают все против 71, 85, 88 год. Все в рассвете сил. Почти все утонувшие за прошедшие сутки люди купались в неприспособленных для этого местах, в балластных карьерах, котлованах и отстойниках. Непроверенный водоем, глубокие ямы и подводный мусор могут стать причинами травм и судорог конечностей, сообщают сотрудники водно-спасательной службы. Кроме того, спасатели призывают не входить в воду в алкогольном опьянении. Также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям просят не оставлять детей в воде без присмотра, даже на мелководье. Мы продолжаем наш выпуск. Ораза – священный праздник ислама. Проходит он с 20 июля по 18 августа. В национальном пресс-клубе имамы областной центральной мечети объяснили правила месяца Рамазан. Приехали хори с Алматы, чтобы научить читать Коран. Подробнее расскажет Джазира Абдраемова. 20 июля начинается священный месяц Рамазан. В этом месяце все мусульмане мира соблюдают пост от рассвета до заката солнца. Пост – это не только отказ от пищи, от еды или от питья. Пост – это духовное развитие. Ораза – развитие личности, также его называют месячный курс. Человек может духовно растить себя и бороться со своими недостатками. Соблюдая его, человек отказывается от дозволенной еды от рассвета до заката. В этом году месяц Рамазан будет длиться от 20 июля до 18 августа. Также в этом месяце есть ночь предопределения, Лейлятуль-Кадр, который, как сказано в Коране, лучше тысячи месяцев, когда это посчитали, это больше 80 лет. Поэтому, когда эту ночь человек проводит в поклонении Аллаху,
как будто он всю жизнь поклонялся Аллаху. Во время месяца Рамазан в Карагандинской областной центральной мечети ежедневно будет даваться благотворительный ужин Аузашар. Организатором Аузашара является сама центральная мечеть. В остальные дни желающие люди, которые хотят сделать благотворительные ужины, могут организовать Аузашар по собственной инициативе. Также в течение этого месяца каждую ночь читается молитва Тарауих. И в этой молитве перечитывается весь Коран на арабском языке, стоя на молитве. Для этого специально приглашены из города Алматы чтецы Корана, которые знают наизусть весь Коран. И они будут, стоя на ногах, в молитве, и будут читать ежедневно одну часть Корана. Коран состоит из 30 частей, и за эти дни хори перечитают все священное писание. Также есть бетер садака. Каждый мусульманин должен давать 150 тенге социально незащищенному населению или в мечеть за то, что он прожил этот год в здравии. Напомним, айт-намаз будет 19 августа в 7 утра. Так ураза завершается. Ночь могущества Кадыр-Түні будет в ночь с 14 на 15 августа. Жазира Абдраимова, Первый Карагандинский. Инспекторами дорожной полиции по горячим следам раскрыто преступление. В остановленном полицейском автомобиле был обнаружен раненый мужчина. Подозреваемый в совершении преступления водитель и пассажир автотранспорта задержаны. Этот нож был найден при обыске остановленного автомобиля, на заднем сиденье которого был обнаружен раненый мужчина. Водитель и пассажир данного авто подозреваются в совершении преступления. 16 июля в районе 8 вечера экипажем дорожной полиции в районе 33-й шахты был замечен автомобиль Mitsubishi черного цвета. Водитель при виде патрульной машины дорожной полиции резко развернулся и пытался скрыться. Манера движения авто вызвала подозрение. Инспекторами мгновенно было принято решение остановить и проверить автомобиль. Однако требованию об остановке водитель Mitsubishi не подчинился. Тогда иномарку пришлось остановить принудительно, прижав ее к обочине. В салоне легковушки находились трое мужчин, один из которых был ранен. В этот момент водитель резко открыл дверь, оттолкнув при этом инспектора дорожной полиции и попытался скрыться. Водитель выбежал, его оттолкнул и сразу побежал в степь. Напарник посмотрел в зад автомашины, на заднем сиденье лежал мужчина и показывал, что у него ножевое ранение. Напарник закричал, надо задержать его. Я побежал за ним, у нас завязалась драка. Применив приемы самбо, я его на землю положил, завернув руки за спину. А спереди находился еще один пассажир, который тоже начал сопротивляться и убегать. Оба подозреваемых в совершении преступления были задержаны. Ими оказались 21-летние и 31-летние жители Октябрьского района. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Ведется расследование. А пострадавший 28-летний карагандинец с проникающим ножевым ранением был доставлен в реанимацию. Ирина Камышова, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Цыганки обманули карагандинку на 1 000 000 тенге. 17 июля средь бела дня в центре города обманным путем две неизвестные женщины цыганской национальности завладели деньгами и ценными вещами молодой жительницы города. Вчера в полицию обратилась 24-летняя жительница Караганды, которая сообщила, что на пересечении улиц Ерубаева и Бульвар Мира две неизвестные женщины цыганской национальности под предлогом снятия порчи завладели деньгами в сумме 1 миллион тенге. Также гадалки сняли с нее часы с бриллиантами, золотые серьги, цепочку и два кольца. Ущерб составил 1 миллион 300 тысяч тенге, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлено 26-летняя подозреваемая. Принимаются меры к ее задержанию, а также установлению личности соучастницы. В областном центре крови новый директор. Им стал теперь уже бывший начальник областного управления здравоохранения Ердинбай Абылкасимов. Накануне пришел приказ из Министерства здравоохранения, в котором было сказано о смене руководства облздрава. Коллективу областного центра крови уже представили нового руководителя. Согласно приказу Министерства здравоохранения, им стал теперь уже бывший начальник облздрава Ердинбай Абылкасимов. А вот имя нового главврача области будет известно не раньше, чем через 2 недели. Начальника управления здравоохранения выберут в результате конкурса
конкурса на занятие вакантной должности. Напомним, что экс-директор Центра крови Владимир Локтионов в начале июля был осужден за получение взятки и оштрафован почти на 2,5 миллиона тенге. Между тем, Владимир Локтионов нашел новую работу. Теперь он коммерческий директор частной клиники «Гиппократ». К новостям спорта. Из Чехии с минимальным поражением. Первая игра второго отборочного раунда Лиги чемпионов между либерецким Слованом и карагандинским Шахтером завершилась победой чехов 1-0. Единственный гол был забит в середине первого тайма. После навеса в штрафную карагандинский легионер Алдин Джидич неудачно выбивает мяч головой. Удар под перекладину игрока Слована и счет открыт. Горняки несколько раз пытались пробить оборону соперников, однако счет до конца первого тайма остался прежним – 1-0 в пользу чехов. В начале второго тайма футболисты принялись отыгрываться. Однако гол Андрея Финонченко судья не засчитал, поскольку тот был забит с нарушением. До конца матча счет не изменился, и карагандинский футболисты вернулись на родину с минимальным поражением. Нужно отметить, что «Шахтеру» в сопернике по второму отборочному раунду Лиги чемпионов достался очень непростой соперник. Либерецкий «Слован» является трехкратным чемпионом Чехии и одной из сильнейших команд на этой стадии турнира. Ответная игра пройдет 24 июля на стадионе «Шахтер». Раз в 4 года проводятся юношеские игры «Дети Азии», где среди многих спортсменов встречаются и боксеры азиатских стран. В честь Караганды поехал защищать Абылай Жусупов и занял там первое место. В общекомандном зачете Казахстан занял также высшую ступень пьедестала. В истории бокса это первый раз, когда боксер с Караганды занимает первое место. «Дети Азии» – это турнир, где все боксеры азиатских стран будут биться за титул первого боксера Азии. Опередив всех, 15-летний Жусупов Аблай занял первое место. Сложно тем, что она как бы считается международным, поэтому психологически, во-первых. Во-вторых, не родные стены, поэтому было сложно очень. Он звонил, психологически настраивал. И там главный тренер тоже собрание делал и там настраивал всех нас. Аблай в школе учится на отлично, успевает везде. Спорт для него все. И он доказал, что не зря месяцами готовился, говорит его тренер. Аблай занимается уже 7 лет боксом. Был чемпионом Казахстана, финалистом Казахстана. Вот сейчас мы готовились. Хороший этап. 4 этапа проходили. Ездили в Узбекистан. Октаву в Тюбину прошли, хорошо подготовились. И вот результат, то, что Аблай стал чемпионом. Он был в команде самый молодой. Единственный боксер, кто был 97-го года. Все постарше него. И вот он достиг успеха, занял первое место. Юного победителя встретили родители, друзья и тренер. Аблаю вручили сертификат, грамоты, ценные подарки. Теперь он будет готовиться к более серьезным соревнованиям. Жазира Абдраимова, Бауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Это все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабон Уздар.